Напоминаем, что рефери в ринге Магомед Султанахмедов. Это известный российский спортсмен, боец смешанного стиля. В свое время мастером нокаутов он был настоящим. Укладывал соперников просто одного за другим. Настолько зрелищный боец Магомед Султанахмедов. И вот теперь работает в качестве рефери. Ну что ж, смотрим. И прямо без разведки начинается бой. Магомед наносит лоу-кик. Но я думаю, если мы угадали с тобой, и Азамат, помимо боевого самбо, знаком и с тайским боксом, то я думаю, лоу-киками его не удивишь. Да, совершенно верно. Причем мы знаем, что в лоу-кике таится своя опасность, потому что ножку можно подхватить и затем нанести контрудар. Таким приемом великолепно в свое время пользовался Федор Емельяненко. Ну, наверное, скоро будет пользоваться. Продолжай. Ну, а пока что у нас с вами идет обмен лоу-киками. И хорошо здесь подготовил хай-кик боец из Кабардино-Балкарии Азамат Мафедзов. Меняет стойки. Быстро бьет ногами, кстати. Довольно резкие удары. Значит, Роман, мы с тобой угадали. Не промахнулись. По всей видимости, подготовка в тайском боксе у Азамата присутствует. Ну, а тем временем его оппонент Магомед продолжает оказывать территориальное давление. Классическая связка. Он разогнал себя бэквистом и затем завершил ее ударом хай-кик. Ну, в свою очередь, Азамат также регулярно проверяет защиту соперника хай-киками, причем пытается с обеих ног бить, и левой боковой попытался исполнить Магомед Магомедов. Ты знаешь, мне кажется, что сейчас идет в первую очередь борьба нервов. У кого в первую очередь сдадут нервы, да, и кто бросится на соперника или допустит ошибку. Или кто откроется. Да, и посмотри, они все время находятся на такой дистанции удара. То есть... В общем, да, это дистанция для удара, в том числе и руками. Да, поэтому напряжение не угасает, оно постоянно присутствует. И вертушка на сей раз в исполнении Азамата. А также лоу-кик, который достигает цели. Да, лоу-кики, на самом деле, это очень грозное действенное оружие. А вот вертушка в туловище, так называемая ушира, тоже очень опасная. О, хороший, жесткий лоу-кик. Нельзя... Азамат начинает вкладываться в удары, обрати внимание. Нельзя недооценивать пользу лоу-кика ни в коем случае. Это очень хороший удар при правильном исполнении. И обрати внимание, спортсмены начинают заводиться. Да, тем более публика гонит их вперед. И вот еще одно наше с тобой предсказание сбылось. С дальней дистанции начинают проходить удары руками. И жесточайший размен, жесточайший размен. Поддавливает Магомед, поджимает. Поджимает соперника к забору. И с двойки вроде бы решил зайти Азамат. Мне кажется, что за двойкой был скрыт как раз лоу-кик. Мне кажется, что Азамат основную ставку сделал на эти беспокоящие удары лоу-киками, которые разбивают всю концепцию поединка. Да, во-первых, они сбивают прицел изначально. Во-вторых, они постоянно беспокоят и не дают сосредоточиться. Но обратим внимание, поединок перешел в партер. Да, и сейчас отдал шею Магомед Магомедов, но... Ноги не закрыты у Азамата Мафедзова, поэтому о гильотине пока мечтать не приходится. Одними руками человека задушить очень сложно. Но нам сейчас с тобой хорошо видно, что захват достаточно плотный. Захват, да, но для того, чтобы выполнить гильотину, ты сам знаешь, что необходимо закрыть ноги за спиной. Мне кажется, бойцы переводят дух в этой позиции, ждут, когда судья их поднимет. Ну, что, собственно, и происходит. Продолжает работать ногами Азамат Мафедзов. Причем по разным уровням. И вот обмен. Обмены в этом бою могут стать ключевыми. Потому что, видите, спортсмены очень плотные, спортсмены атлетичные. Поэтому наверняка бить умеют и обладают неплохим ударом. И еще одна попытка перевода в партер. Магомед вновь идет в борьбу, делает это достаточно успешно. Если сейчас голову освободит, шею, то может выйти на боковой контроль. И таким образом забрать эпизод себе.
Но в любом случае перевод он уже может себе записать в актив. Хорошо пока контролирует оппонента Азамат Мафедзов. Шею не отпускает. Вообще, конечно, это такое довольно энергозатратное дело. Потому что мышцы постоянно находятся в напряжении, поглощают очень много кислорода, и бензин, что называется, тает. А вот, кстати, коленом на голову в предыдущем эпизоде наступил Магомед Магомедов. И первый поединок, который завершился не в первом раунде. Да, я хотел сказать, что за сегодняшний вечер у нас первый перерыв между раундами. Тем не менее, бой смотрится, очень хороший, интересный, динамичный поединок. Обрати внимание, Роман, помимо того, что смотрится бой, наши зрители могут видеть повторы, а мы можем видеть то, что не дано, но, к сожалению, техника не дает возможность показать все нюансы. Так вот, мы видим все места, все точные попадания, которые были у бойцов. А ты имеешь в виду покраснение на теле? Конечно, обрати, вот посмотри, левая нога у Азамата, вот прямо там такая мишень. Краснеет на левой ноге, над коленом. Это те места, куда Магомед засаживал, заряжал свои лоу-кики. Также на корпусе. Вот мы видим прямо как на рентгене. Заканчивается перерыв. Поединок, как я уже говорил, интересный. Поединок обоюдоострый, с абсолютно равными шансами на успех. Конечно, хотелось бы, чтобы он побольше проходил в стойке, потому что мы видим, бойцы очень любят это дело и умеют работать. И в стойке гораздо зрелищнее проходят бои. Конечно, но с другой стороны, нельзя недооценивать партер, потому что иногда бывает такая борьба, ну просто засмотришься. Ну а красивый бросок, допустим, мой любимый прогиб, дорогого стоит. За шагом попытался ногой ударить Магомед. В лоб попал. Еще одна вертушечка, одна в корпус у него прошла. И вновь лоу-кики в исполнении Азамата. У Азамата мог пройти правый оверхенд, очень опасно он пробивал. Видно, что спортсмены заряжены на удар. Бежит просто в ноги, просто бежит Магомед, и уже был к этому готов Азамат. Но, тем не менее, своего Магомед добивается, опять отдавая шею. Ты знаешь, Роман, очень опасные вот эти вот бросания Магомеда. Опрометчиво он бросается головой вперед. Во-первых, есть угроза, вот как ты правильно мне сейчас показал жестами, что это может, он может нарваться на удар, с одной стороны. Да, на апперкот или на колено. С другой стороны, посмотри, что сейчас происходит на канвасе. Шея находится под контролем Азамата. Да, ноги он скрещивает. Происходит удушение, но захват неплотный, поэтому у Магомеда Магомедова, в общем-то, есть варианты в этой позиции. Хотя видно, что ему приходится очень нелегко, но есть силы терпеть, потому что недостаточно плотный захват. Посмотрим, насколько терпеливым окажется Магомед Магомедов. Ну и опять же, в атаке находится в данный момент Азамат, то есть эпизод за ним. Выпадает капа у Магомеда и... Нет, не собирается он пока сдаваться, судя по всему. Да, удушения пока нет. Поэтому Магомед очень легко освобождается. И сейчас может оказаться сверху. Для того, чтобы сесть в маунт, ему нужно освободить левую ногу, а пока хавгард. Такое ощущение, что Магомед передохнул. Он видел, что прием до конца не будет завершен. Он передохнул в такой позиции, дождался, когда его оппонент устанет его держать, выскользнул. И, собственно, сейчас забирает эпизод. И мне еще показалось, что так картина немножко Магомед руку на пояс поставил. Но да все со мной в порядке, я могу целый день так лежать. Как Рой Джонс иногда делал, когда он сводил руки за спиной и показывал, что нет, не достали вы меня, дорогой друг. В опасном положении теперь находится Азамат Мафедзов, который сам вынужден терпеть, вынужден контролировать соперника в этом положении, в этой ситуации. Нужно ему прижаться к оппоненту максимально близко для того, чтобы снизить амплитуду ударов. Но, видим, есть свободная рука у Магомеда Магомедова. Удары по туловищу в область печени тоже весьма и весьма болезненные. А если сейчас левую ногу Магомед освободит, то он вообще окажется в фулл-маунте. Ты знаешь как, Азамат потратил очень много сил. Да, он потратил очень много сил, а Магомед силы сохранил. Собственно, это позволяет ему переходить сейчас в контратаку и успешно вести этот поединок. И мне кажется, что Магомед финал боя забирает.
Да, безусловно, пока что концовка этого раунда, подчеркиваю, раунда, не боя, остается за Магомедом Магомедовым, потому что у нас регламент 2 по 5 плюс возможный дополнительный раунд, потому что выигранная концовка вполне может и в пользу сыграть Магомеда Магомедова. Но опять же, неизвестно, что там судьи насчитают. Мы не будем давать никаких прогнозов, мы будем исключительно соглашаться или нет с судейским решением. Хорошая позиция для Магомеда Магомедова, который продолжает контролировать соперника, продолжает наносить удары. Небольшая музыкальная пауза прозвучала. Композиция прозвучала, наверное, все-таки, да. А не пауза, да? Ну, для нас это была пауза, потому как в этот момент мы не комментировали, мы не подпевали. Да, я просто слов не знаю. 50 секунд до конца второго раунда. Очень здорово продолжает контролировать соперника Магомед Магомедов. И очень мужественно защищается Азамат Мафедзов, который не позволяет своему сопернику оторваться, не позволяет сопернику наносить жесткие чистые удары. Это очень изматывает. Вот такая защита, это очень тяжелое дело. Не стал отдавать спину Азамат Мафедзов, продолжает защищаться. Ни одного удара не прошло здесь у Магомеда Магомедова. Хорошо корпусом отзащищался Азамат. Раз. И обрати внимание, у Магомеда сечка. Но это будет иметь значение только в том случае, если будет назначен дополнительный раунд. Приветствуем. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Завершен поединок, и очень скоро мы узнаем его результат. Давайте не будем открывать букмекерскую контору имени Игоря Рязанцева и Романа Мазурова, а просто узнаем и услышим судейский вердикт. Ну, по ощущениям, как тебе кажется? А, все-таки будем прогнозировать, да? Нет, мы попытаемся разобрать ситуацию. Однозначно одно, концовка... За Магомедом. Да, безусловно. Но если говорить по ходу всего поединка, давай вспомним первый раунд, как он развивался. То есть была пара переводов от Магомеда Магомедова. В стойке было примерное равенство. Да? То есть во втором раунде концовка за Магомедом Магомедовым. Не знаю. Буду очень осторожен в прогнозах, поэтому, точнее, даже, наверное, делать их не буду. Но, вот ты правильно сказал, рассечение у Магомеда Магомедова. Это будет иметь значение только в том случае, если будет назначен дополнительный раунд. И мы видим, что выходит в клетку наш друг Мурат Дикаев. У него есть вердикт, как мне кажется. Ринг-анонсер сейчас скажет, кто был прав. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец красного угла Магомед Магомедов. Магомед Магомедов одерживает победу к великой радости собравшейся публики.